Всем привет, с вами Inform TV. Родственники Криса Кельми отказались от церемонии прощания с певцом. Вчера стало известно о том, что Крис Кельми скончался в Подмосковье. Пока официальной версии смерти нет, но многие знают о том, что артист в последние годы злоупотреблял алкоголем. Разин сообщил, что родственники приняли решение похоронить певца инкогнито. Второй день вся Россия обсуждает преждевременную кончину Криса Кельми, который 1 января умер в своем загородном доме, предположительно от остановки сердца. По другой информации, у музыканта были проблемы с печенью и почками, вызванные многолетним злоупотреблением алкоголя. Проститься с певцом хотели бы многие, но сегодня стало известно, что гражданской панихиды родственники Кельми устраивать не планируют. Об этом в своем инстаграме сообщил продюсер группы «Ласковый май». Цитата. «С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен», – написал Разин. По его словам, он был готов взять на себя расходы по организации похорон известного музыканта, как это произошло в случае с Евгением Осиным, когда дочь и бывшая жена оказались не в состоянии оплатить его похороны. В случае с Кельми Разин очень хотел отдать последние почести певцу. Разин написал: «Жаль, Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями». После известия о том, что Крис Кельми скончался в своем загородном доме, ни единственная жена Людмила, ни сын Кристиан пока не высказались на эту тему, хотя обстоятельства смерти до сих пор не дают покоя как поклонникам певца, так и представителям СМИ.